Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодня у меня видео по буксу BitTraffic. Это зарубежный букс, который стартовал перед Новым годом по осени и до сих пор работает. Я проверила этот букс на вывод. Букс платит, все замечательно. Я про него, правда, забыла перед новогодними. Новый год наступил, там эти каникулы новогодние. И я благополучно о нем забыла, как бы пока не увидела рекламу, что его активно все рекламируют. И тогда вот только начала продолжать как бы работать. Вот. Так, я вывела минимальный вывод отсюда 30 тысяч. На Payer, вот все зелененько горит. Сначала в пединг отправляется на проверку, а потом только выплачивается. Идем на почту, проверяем. У меня доллар 17, Payer берет у нас комиссию доллар 15 центов, USD. Это было час назад, мне пришло. 10.03.19 год. Так. Ну что, комментарий снять. Ну вот у них тут вот это как бы транзакция ихняя. Значит, ну как здесь работать, кто захочет присоединиться. Я хочу сказать, что у меня на канале есть вот плейлист. Здесь два видео. Как регистрироваться, как работать, все на свете. Если кто захочет присоединиться, захотите, уже посмотрите. Я не буду распинаться уже. Значит, ну вот здесь, вот на этих я просмотрю. Мне все уже все. На сегодня у меня все просмотрено. Вот сюда я просматриваю и серф просматриваю. Больше ничего. А по поводу вывода прописывайте платежные реквизиты. И можно выводить на биткоин, Payer и Perfect Money. Вот у меня биткоин забит. Я могла бы вывести, да, на биткоин адрес. Эти 30 сатоши. Я нажала на Payer. У меня прописан кошелек. Мне выплатили как в долларах. Ну, еще вот Perfect Money тоже я могла бы выплатить как бы. Ну что, букс платит. Ребят, вспоминайте. У меня есть, конечно, много рефералов. Партнеров тоже, наверное, все позабыли. Все замечательно, работает и платит. Всем удачи, больших заработков. Собираем сатошики. До новых встреч.